До года он ничем не отличался от сверстников, но затем врачи обнаружили у нижегородца Саши Каспировича ДЦП. Теперь то, что для большинства детей естественно, Саше дается с большим трудом. Но мальчику можно помочь. Деньги на очередной курс реабилитации сейчас собирает Русфонд. Ирина Константинова подробнее. Диагноз «детский церебральный паралич» Саше Каспировичу поставили в год. К своим 6, благодаря ежедневным занятиям, ребенок с поддержкой начал ходить, а после работы с логопедом произнес первые слова. Для тяжести нашего заболевания это уже большой прогресс, что он так может. И, естественно, он понимает обращенную речь. Вот он понимает действия, обижается, адекватно обижается, адекватно радуется. Упражнения при ДЦП непосвященным кажутся жесткими, если не жестокими. Но для семьи еще сложнее другое. Занятия со специалистом стоят не меньше 500 рублей. А еще голову надо поднять, Саша. Саш, только подними головушку. А что ты сейчас... Ты там что, ржешь тихо? Очередной курс реабилитации стоит почти 200 тысяч рублей. Эту сумму семье, где работает только отец, не осилить. Если хотите помочь, то деньги можно перечислить с помощью СМС со словом «дети» на номер 5542. Саша, идем посуду мыть? Идем? Пойдем мыть посуду. Московские медики уверены, что после лечения Саша станет еще чуть лучше ходить и говорить. Родные мальчика, видя его прошлые успехи, также надеются на прогресс. Ирина Константинова, Денис Кузнецов, Ирина Мустафина, Вести Приволжье.